Депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков встретился с сотрудниками МФЦ «Одинцово». Мероприятие прошло в рамках текущей работы по проекту «Локомотивы роста». Парламентарий рассказал о своей работе и обсудил с собравшимися волнующие их проблемы. МФЦ также посетили вице-президент Торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Шаповалов и руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Одинцовского городского округа Вячеслав Киреев.